Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Про невідомі сторінки з життя відомих людей піде мова в нашій сьогоднішній програмі. В этом зале собрано действительно очень большое количество портретов, и каждый из них – это книга. Это все вот история сжата в один кулак, понимаете? Все эти люди, они крутятся вокруг нашего региона. Есть такие портреты, которые до сегодняшнего дня, они не расшифрованы до конца. То есть некая загадка за портретом, за этим образом. Оскар Уайльд, великий английский писатель, я считаю, когда-то сказал, что портрет всегда – это портрет прежде всего самого художника. Все взаємопов'язано, і люди так чи інакше знайомі один з одним. В цьому, друзі, ви запевнитесь, якщо разом з нами відвідаєте Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна. Господа, сегодня я приглашаю вас вместе с нами окунуться в тайну. А ничто не бывает более таинственнее, нежели сам человек. Вот сегодня о человеке мы и поговорим с очень интересным человеком Сергеем Николаевичем Росляковым. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада снова видеть вас. Спасибо. И сегодня вы приглашаете наших телезрителей в один из залов музея имени Василия Верещагина. Это зал, в котором представлены портреты. Портреты, как известно, это тайна. Какая? Дело в том, что о портрете, ну, не часто передачи существуют, не часто о портрете говорят. И, наверное, это неправильно, потому что вот в этом зале, который мы условно сами про себя называем зал портретов, собрано действительно очень большое количество портретов, и каждый из них – это книга, которая внешне вроде бы закрытая, но когда ее начинаешь открывать, там масса появляется поразительно интересных вещей, о которых иногда зритель даже не догадывается. И есть такие портреты, которые до сегодняшнего дня, они не расшифрованы до конца. То есть некая загадка за портретом, за этим образом. Но что такое портрет? Для начала давайте представим себе художника, который до середины 19 века, то есть до появления фотографии фактически, рисовал портрет человека. Портретов заказывали огромное количество по любому поводу. Большие, маленькие, те, которые можно повесить в замке или на стене палаца, те, которые можно взять с собой миниатюрные в дорогу, любимого человека, родителей, детей. Всегда это диалог. То есть диалог портретируемого и художника. Потому что, как правило, портреты все-таки писались за достаточно длительные сеансы. При этом художник наблюдал, изучал человека, которого он пишет. Он ему мог симпатизировать или наоборот, вдруг его, значит, как, по каким-то, значит, признакам не взлюбить. Вот почему Оскар Уайльд, великий английский писатель, я считаю, когда-то сказал, что портрет всегда – это портрет прежде всего самого художника. То есть портрет пишет художник, да. Но одновременно с этим он все равно вкладывает свои черты в портрет того человека, которого он пишет. Обязательно. Плюс свои симпатии или антипатии. Вот. Мы знаем это хорошо из истории, когда многие портретируемые были недовольны своими портретами в силу того, что уж слишком был открыто показан их внутренний мир. Внутренний мир, да, который они хотели бы скрыть. Ну, вот такие примеры известны, не буду сейчас про них говорить. Но вот поэтому портрет на картине, он, конечно, довольно сильно отличается от портрета фотографического, где четкое, правильное воспроизведение, нет никаких дописываний, никакого гротеска, иногда даже гротескные вещи, то есть изменял художник часто очень, подчеркивал какие-то негативные или позитивные черты в облике своего портретируемого. Вот эти вот вещи отсутствуют в фотопортрете. Там, да, там есть настроение тоже, там я нисколько не хочу умолить способности и возможности фотохудожников, но все-таки это разные вещи. Именно поэтому портреты и сегодня продолжают писать художники, хотя каждый из нас может взять фотоаппарат цифровой и там очень быстро сделать любой портрет.
Вот. Теперь возвращаясь в наш зал. Вот я бы хотел бы начать с портрета, который до сих пор вызывает у многих и знающих эту историю, и работников музея споры. И сразу скажу, что споры эти, как говорится, 50 на 50. То есть доказать пока однозначно нельзя, но и опровергнуть нельзя однозначно. Вот о портрете речь идет неизвестного молодого человека, но предполагаемого частью исследователей, что это портрет молодого Пушкина. Дело в том, что этот портрет поступил к нам в музей в далеком 1965 году. Поступил он из Третьяковской галереи. Значит, а Третьяковская галерея получила этот портрет из Великобритании, от семьи эмигрантов. Причем портрет пришел в хорошем состоянии, он был дублирован на другой холст кем-то из реставраторов, по всей вероятности, в Великобритании. И при дубляже переносятся все записи, которые есть на тыльной стороне холста, на новый холст. Ну, это такое правило существует в реставрационной науке. И надпись такая, значит, поэт А.С. Пушкин писал В. Голики. 1800, вот какие-то там или 19-й, или 20-й год, плохо читается. То есть по возрасту это 20-летний Пушкин, если верить этой надписи. Значит, ну, не знаю, что там Третьяковки решили, видимо, посмотрели, да не похож он, значит, на Пушкина, и отправили в Николаев. Ну, мы, в общем-то, не возражаем против такого решения. Зело бел лицом, да, и пухл губами, и глазами выразителен. Ну вот, а сомнения начались позже, даже вот у наших работников, у нас здесь... Ну, предыдущее поколение работников, и Наталья Дмитриевна Сафонова, и Наталья Николаевна Рудакова писали об этом портрете и сомневались, и думали, что это действительно может быть портрет самого молодого по возрасту из известных портретов Александра Сергеевича Пушкина. Значит, почему у них такие мысли возникали? Ну, кроме надписи. Вот надпись, и к нему бережно относились, значит, берегли портрет. Казалось бы, ну, молодой человек какой-то, значит, чего бы так старательно его оберегали, реставрировали, что, кстати, не дешевое удовольствие реставрация, в том числе и особенно старых работ. Значит, дело в том, что у Пушкина все портреты, как правило, в полоборота, либо в две трети. И нет фасных портретов Александра Сергеевича Пушкина, ни одного. Больше всего известны, конечно, портрет Кипринского, знаменитый, Тропинина, но и многочисленные автопортреты Пушкина, где очень хорошо видно профиль. А вот фасных его портретов нет. Значит, это раз. Во-вторых, значит, художник этого произведения Голики, это подтверждает подпись прямо в красочном слое, она хорошо видна при просвечивании Голики. Кто такой Голики? Голики – это был племянник Джорджа Доу. Джордж Доу – английский живописец, который был специально приглашен в 1810-е годы в Санкт-Петербург писать знаменитую галерею героев войны 12-го года. Ну, ему было тяжело, потому что там действительно много работы, много портретов, он начал приглашать себе помощника, в том числе своего племянника Вильгельма Голики. Вот он приехал, буквально 19-летний, такой же, как Пушкин по возрасту. Вообще известно, что Пушкин очень часто посещал мастерскую Доу, встречался с Голики неоднократно. Ему может было... быть, даже были дружны, да? Может быть, даже были дружны, да. То есть вполне мог Голики его написать именно в этом возрасте, что тоже, кстати, очень важно, потому что 20-летний художник, 20-летний поэт, причем еще только начинающий, ведь он еще не был так широко известен в то время. Это вот второе обстоятельство, которое как бы говорит о том, что да, действительно он мог написать его. Более того, многие косвенные факты говорят о том, что
И прическа. Кстати говоря, прическа при просвечивании полотна видно, что прическа очень высокая. Это кажется, что он только лицо высветлено. Прическа такая пышная, высокая, какую действительно носил Пушкин. Бакенбарды такие же длинные. Значит, много есть таких косвенных улик, как говорится, которые говорят о том, что это Пушкин. Для того, чтобы вот все-таки окончательно признать это, надо дополнительные исследования. Мы даже обратились с таким исследованием. Спасибо, что сегодня существует мощная компьютерная технология, которая позволяет, ну вот в охранной сигнализации она, я знаю, применяется за границей, впервые, по-моему, в США была использована. Когда лицо человека разворачивается в каком хотите направлении, из того направления, которое мы видим. Ну вот здесь фасный портрет, желательно бы его развернуть в профиль, в две трети, и посмотреть, действительно, есть там признаки поэта или этих признаков нет. Значит, ну, у Пушкина профиль действительно был такой, ну, достаточно длинный. Нос такой своеобразный, очень... Характерный. Характерный, да, для Пушкина. И вот для того, чтобы это сделать, мы обратились к нашим друзьям в Киеве. Они по своей программе сделали провели, значит, такой анализ. И вот эти портреты, и вот его разворот, например, в две трети, да? Вот его разворот полностью, это нижняя часть, вот его разворот в профиль. Не сказал бы я, чтобы нос похож был, но даже не зная этого, сами создатели вот этой программы, они написали нам, что, к сожалению, программа пока не позволяет достоверно именно вот кончик носа и верхнюю губу почему-то показать. Ну, я не компьютерщик, поэтому мне трудно сказать, почему. Но... Потому что все равно, Сергей Николаевич, это тайна, и какая бы ни была такая, понимаете, совершенная технология, но тайна остается тайной. Да, и вот я даже как-то вдохновленный вот теми статьями, которые наши сотрудницы писали об этом портрете, возможном портрете самого молодого по возрасту поэта, начинающего, значит, я даже сел как-то, начал набрасывать вот за и против, плюс-минус. Ну, и они примерно совпадают, вот плюс, столько же, сколько плюсов, столько и минусов. То есть дело за дальнейшими исследованиями, может быть, совершенствованием этой программы компьютерной, надеюсь, кстати говоря, пообещали нам вот эти специалисты по компьютерам, что да, мы ее сделаем более совершенной, и мы тогда вам точно развернем его в профиль, и вы посмотрите, Пушкин это или не Пушкин. Да, мы сами заинтересовались, компьютерщики, хотя вроде бы совсем далеки от этой истории. Значит, вот на сегодняшний день, да, Голики был современником Пушкина, да, они общались, да, они встречались в Санкт-Петербурге, да, он мог написать портрет, но Пушкин ли это или нет, ну, по-прежнему повисает вопрос в воздухе. Мы продолжаем наше повествование, и сейчас речь пойдет о другом портрете, не менее таинственном, не менее красивом и не менее знаменитом. Сергей Николаевич, итак, будьте добры, о каком портрете сейчас пойдет речь? Это вот, который, ну, наверное, не случайно висит как раз под портретом предполагаемого поэта. Это портрет молодого офицера белокурого, такого красавца в военной форме. Значит, и портрет этот показывает молодого князя Голицына, Владимира Сергеевича, сына Сергея Федоровича Голицына. Кстати, предположительно, изначально мы думали, что это Сергей Федорович. Потом нет, отказались от этого, потому что форма Сергея Федоровича была другая. А портреты очень часто атрибутируют по формам, по прическам людей, что они очень сильно менялись. Так вот, это доказали мы, в конце концов, окончательно, что это Владимир Сергеевич, то есть сын. Сын вот, Сергея Федоровича Голицына, сподвижника Потемкина, и племянницы Потемкина, Варвары Энгельгард. Ну, как известно, у Потемкина было несколько племянниц, которых он любил. Вот Варвару он любил, одну из тех, кого больше всех любил, как говорится. Да. И
Варвара Энгельгардт – фигура, конечно, для нашего региона уже примечательна. По одной простой причине. Потому что она у своей сестры, Броницкой Александры, она выкупила землю. Вот землю, построила на этой земле деревню с церковью. И эта земля до сих пор называется Варварка. То есть это сегодня это район нашего города. То есть получается, что вот этот вот молодой человек, сын Варвары Энгельгардт и Сергея Голицына, Владимир Голицын, самый младший, кстати говоря, брат из 10 братьев и сестер, там большая семья была очень. Вот он имеет отношение к нам тоже, и по маме, и по папе, потому что папа получил от императрицы подарок, вот мы знаем село к югу от Николаева Голицыново, значит, это вот их имение. Этих вот самых Голицыных. Кстати, род очень древний, идущий из Литвы, потому что Голицыны – это потомки Гедиминоса, князя. А князь Гедиминос тоже известен, вот у нас и Витовка есть всякая там. Вот. Это все вот история сжата в один кулак, понимаете? Все эти люди, они крутятся вокруг нашего региона. Вот семья Голицыных, семья Энгельгардтов. Кстати, говорят, разве Юрий Шевченко именно в этой семье, как известно, был крепостным, записан за Энгельгардтами. Это тоже вот такая вот маленькая, так сказать... Маленькая деталь, но значимая. Но значимая деталь, да. Так вот, что еще любопытно, что все Голицыны, благодаря маме, вот именно Варвара Энгельгардт, она была очень человеком, ну, склонным к искусству. Она известна как литератор такой неплохой, она музыку любила. И вот она всем почти своим детям передала эту любовь. И Владимир младший, Владимир Голицын, он тоже, он любил писать музыку. Хотя был военным человеком, мы видим по мундиру. И вот он писал музыку даже на стихи Пушкина, с которым был хорошо знаком. Помогал Пушкину подбирать материалы по его знаменитой поэме «Каменный гость». Вот, и пользовался Пушкин библиотекой Голицыных с помощью вот Владимира. То есть, ну, то есть, Пушкин гостил здесь? Так, Пушкин, возможно, и гостил, да, мы не знаем этого. Достоверных сведений нет, но то, что он с Голицыными дружил, ну, у них были имения по всей империи. То есть это очень мощный был такой княжеский род. И у них и в Петербурге были, и по-моему, в Подмосковье были имения, на Киевщине тоже, кстати, были имения. У Варвары Энгельгардт, она же сама из эсдейских немцев. Ну, да еще есть одна интересная деталь. Уже будучи в таком известном, изрядном возрасте, будучи уже таким военным командующим, он командовал там какими-то войсками на Кавказе, уже будучи в возрасте. Уже и Пушкина не было, конечно, уже давно. А Владимир еще воевал и был действующим офицером. И вот у него в командовании, под его, так сказать, рукой был юный, значит, поручик Михаил Юрьевич Лермонтов. И вот в одном из боев он проявил храбрость, и Голицын писал представление на награждение Лермонтова как отличившегося в этой Кавказе. Ну, мы знаем, что он там и погиб на Кавказе. Но тоже вот такой вот, понимаете, вот как это все объединяется. Пушкин, Лермонтов, князья Голицыны. И даже в творчестве, повторяю, он действительно... И даже Шевченко. И даже Тарас Григорьевич Шевченко, да. И тот же Карл Брюллов, все это одна компания. А вот у отца, вот у Сергея Федоровича Голицына, у отца Владимира и мужа Варвары Энгельгардт, секретарем личным был Иван Андреевич Крылов, который получал зарплату регулярно и мог писать заодно, значит, свои знаменитые всякие там басни. Значит, но он воспитывал в том числе вот этих всех молодых людей. То есть вот круг очень, видите, такой, очень, казалось бы, все известны друг другу, все друг друга знают. И вот в этом смысле еще было бы интересно обратиться к портрету Елены Ган, который в нашем же музее хранится.
и написаны известным художником Крендовским. У нас 3 произведения Крендовских из 20 известных музеях СНГ. Вот у нас вот музей в нашем, это уникальная ситуация, потому что это очень редкий художник, он был учеником Венецианова, а работы его очень немного. А у нас 3 работы Крендовского из 20 известных музеях вот, и на огромной территории все-таки мира. Ну, то, что наш музей Верещагина один из лучших музеев мира, ну, кто будет спорить, телезритель? Говорите дольше и больше про это, да. Все правильно. Так вот, Елена Ган, вообще, это ее фамилия замужем. Она уже была замужем за Петром Ганом, тоже, кстати, азейским немцем, выходцем из прибалтийских вот, сегодняшних государств. И они почти все были служивые офицеры. Особенно после того, как, ну, вы знаете, восстание декабристов было, и Николай I, он вообще-то русским офицерам не доверял, потому что они могли устроить очередной заколот, вот, и он доверял иностранным, ну, больше вот немецким офицерам, как раз из азийских немцев. Вот Петр Ган женился на Елене. Но Елена была, в свою очередь, она была дочерью очень видного царского сановника. Он был и тайный советник, и был губернатором Саратовской губернии, это большая губерния там, по Волжье, и выполнял очень деликатные поручения царя, в том числе у них был такой вот случай интересный, что сам Фадеев Андрей, он был направлен в Кишинев. Кишинев с миссией, и в Кишиневе он остановился вот в одном доме, и фактически был, видимо, была стесненность в помещениях, его поселили с Александром Сергеевичем Пушкиным молодым, который... Опять замыкается круг. Потому что Пушкин там отбывал ссылку. Ну, мы знаем, что он все время был там в контрах с императором, и его отправляли периодически подальше с глаз и сердца вон. И вот Пушкин молодой, значит, пребывая в Кишиневе, писал как раз «Бахчисарайский фонтан» в это время, и «Кавказский пленник» он заканчивал свои известные литературные произведения. Значит, и очень жалуется в своих дневниках, вот Андрей Фадеев жалуется на Пушкина, что он очень беспокойный, что он не дает ему работать, не дает ему спать толком. По ночам он, значит, что-то там строчит, какие-то письма, декламирует, пишет поэмы свои. Но Пушкин к нему, видимо, относился по-другому, более приязненно. Он даже ему подарил 2 свои рукописи. Рукописный «Бахчисарайский фонтан» и рукописный «Кавказский пленник». Ну, один из вариантов, я думаю. Потому что Фадеев ему сказал, что вот моя жена, княгиня Долгорукая по рождению, между прочим, да, серьезный очень род от Рюрика идущий, значит, она вот любит вашу поэзию, считает вас великим поэтом. Вот он тогда еще всероссийский известным не был, конечно, на тот момент. Но вот она вот его очень любила, он ему подарил, и он отвез это все. Более того, эта семья, ну, действительно была очень тоже художественной. И дочка Андрея, и дочка вот княгини Долгорукой, Лена, Елена, значит, она оказалась довольно известной писательницей. Она выпустила 4 тома своих сочинений. Значит, ее даже называли русской Жорж Санд. Значит, такая вот дама была очень просвещенная, грамотная. У нас есть еще 2 работы Крендовского. «Портрет неизвестного мужчины» и «Портрет генерала Арнольди». А генерал Арнольди – это герой войны 1812 года. Он потерял в битве народов под Лейпцигом, значит, ногу. Причем был ранен, остался в строю, потом ногу ему оторвало. Его, значит, там в госпиталь везли, причем он после этого догнал армию и участвовал. Так вот, этот человек, благодарность императорам, Николай I его лично знал и помогал ему, и даже своего лейб-медика прислал к Арнольде. Он потом был назначен командующим поселениями артиллерийскими Херсонской губернии.
то есть у нас. И у нас есть портрет этого человека, который тоже целая история, как его открыли, каким образом вот, узнали, что это Крендовский после реставрации, и что это сам Иван Карлович Арнульди. Он вот был действительно выдающимся военным, артиллеристом, и показал себя в войне с Наполеоном как один из самых бравых генералов. В одній з наших наступних програм ми продовжимо розповідь про невідоме з життя відомих людей. Разом з директором Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергієм Росляковим. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.